Еще раз приветствуем всех с похода Нара, водопад Радужный, 18 мая 2019. Друг приехал с довольно редкой палаточкой Салева Микро 2. Довольно редкая модель, в продаже уже таких практически не найти, если только на заказ где-то. Вот по самой палатке. Это Германия. Вот посмотрите. Значит, по тенту 4000 по воде. Дно 7000 единиц держит. Вес 2 с копейками там где-то. Видите, классно, да, сделано? Вот, вот так вот в палаточке. Собирается, да, пилотка, так называемая схема. Это палатки Вега, посмотрите, это вот примерно то же самое. Есть такая схема, очень практичная, интересная. Так, по вентиляции. Классные, да, логотипы. По вентиляции здесь организовано вот так. Вот такое окошко козырьком. Естественно, все застегивается. Вот. Палатка уже в походике была. Подвязка входа вот таким образом организована. Вот. Ну что, прекрасная палаточка для весны, лета, ну, наверное, осени, в принципе, если здесь доработать. Вот, интересно, здесь вот первый раз не встретилось. Чехол. Нету молний. Здесь тема такая, заворот идет. Вот. Потом соединяется. Защелкой, да, и получается ручка, вот, и затяжка идет как компрессионный мешок. Вот. То есть можно и там пару пакетов целлофановых, вот вам герметическое ведро, носить воду, и вообще не только воду. Ну, да, прекрасное решение с заворотом. Что, значит, по этой палатке снято более подробное видео. Так вот, здесь не знаю, даст это что-то или нет. Более подробное видео на камеру. Вот, будет развернуто все это немного попозже. Вот, так что желаем всех благ и до будущих встреч на туристических маршрутах.